Готовим вкуснейшие кабачки на зиму слайсами. Тонкие промаринованные пластины кабачков просто отлично подойдут для любых застолий. Закуска входит очень красивой и вкусной. Берите рецепт на заметку. Для рецепта нам понадобятся самые простые ингредиенты. Но важно выбрать молодой кабачок, в котором нет грубых и жестких семян. Подавать такие кабачки можно к любым блюдам из мяса, птицы, также они просто могут красиво украсить ваши праздничные блюда. Кисло-сладкие пластины кабачков понравятся всем. Кабачки – одна штука. Соль – 1 столовая ложка. Сахар – 2 столовые ложки. Уксус 9% – 1 столовая ложка. Вода – 260 мл. Лавровый лист – по вкусу. Зерна горчицы – по вкусу. Душистый перец – по вкусу. Укроп – по вкусу. Гвоздика – по вкусу. Количество порций – 1. Подготовьте ингредиенты. Кабачок ополосните и просушите, нарежьте тонкими слайсами, при помощи овощечистки. В стерильную баночку можно положить веточку укропа, по желанию чеснок и специи. Наполните банку кабачками. Залейте кабачки крутым кипятком. Оставьте на 10 минут, после воду слейте, в банку залейте новую порцию кипятка, снова оставьте настаиваться на 10 минут. Теперь воду слейте в сотейник, добавьте соль и сахар, по желанию лавр и зерна горчицы. Проварите маринад минуту, влейте уксус, снимите с огня. Кипящий маринад влейте в банку с кабачками. Банку герметично закатайте и поставьте дном вверх, укройте одеялом и оставьте на сутки. Спустя время убрите банку в кладовку. Удачных заготовок!